Лена, такая большая гора конфет. Что вы делаете? Пакую подарочки для деток. Каких деток? Дети бедных семей, с кризисных семей. Детки, ромские детки. И не только. А как вам удалось, вот реально это денег стоит, но собирать такую гору конфет для детишек? Знаете, как бы то, что мы собираем, это хватает нам кормить деток, и мы это делаем круглый год, да? И покупать каждое кормление, печеньки, конфетки деткам. А вот на эти подарочки, на эти конфеты нам уже пришлось искать людей, которые бы могли пожертвовать нам, чтобы мы могли сделать такие подарки. Это вот лично люди, они выделили свои денежки и дали нам, чтобы мы могли это сделать. Вот вы разговариваете со мной, и не боитесь ли вы, что вы перепутаете конфетки, поставите больше, например, или где-то меньше? Нет, потому что все рассчитано. И еще будут докладываться конфетки, потому что, как вы видите, внизу тоже конфетки, мандарины. Все рассчитано, и когда придут мои домашние домой, они мне еще все допомогут сделать. Я просто помню в школе, когда нам давали конфетки, мы сравнивали, у кого они одинаковые или нет. Бывало такое, что попадало две одинаковые, например, у кого-то или больше, было обидно. Мы так не делали. Вы знаете, мы взяли денежки, пошли в большой супермаркет Walmart. Нас было трое человек, и я дала вот указание такое, говорю, мы все берем по 80 штук. И мы каждая стояли и набирали 80 тех конфет, 80 тех пачек, 80 тех конфеток, 80 круассанов. Ну, вот так вот мы это делали, вот так вот себе. А сколько детишек будет? Почему 80 именно? Ну, потому что мы рассчитываем, что нам хватит. Так. Действительно, надо все смотреть, чтобы не было ни меньше, ни больше. Так. Это у вас каждый год получается собрать вот такой богатый стол? Или этот год был такой насыщенный? И... Вы знаете, практически последние вот три года вот нам удается вот так вот сделать такие хорошие подарки для детей. Да. Предыдущие года не были такими. Было чуть-чуть как-то скрутнее. Было даже такое, что просто вот за те деньги, которые собрали на мосту, купили печенье, каждому там по две конфетки и все. Ну, а вот последние три года так. Неужели люди подобрели или финансовая ситуация в Украине лучше стала? Мне кажется, что люди подобрели. А финансовая ситуация, мне кажется, стала чуть-чуть хуже. Одобреют ли они так на протяжении года или только вот к праздникам вот, проявляют такую милость? Ну, к праздникам больше, конечно, у людей сердца открываются, потому что к праздникам люди как-то... переоценивает, знаете, год, пересматривают за год свою жизнь, как они ее, ну, прожили, что они сделали, да, и когда они проходят, например, и особенно там на Миколай или на Рождество, там на Новый год, люди проходят по мосту и видят меня, и у меня фотографии с детками, и они понимают, что, ну, и они, например, идут с игрушками или с подарками, они понимают, что вот своим деткам они купили, да, а вот те детки, которые на фотографиях, которым мы служим, а вот, ну, им тоже надо что-то, им тоже как-то, да, должно быть, у них какой-то праздник должен быть. И люди открывают свои сердца тогда и благотворят. Тогда, когда я после нашей программы, вашей программы, когда вы снимали, действительно пришла женщина, она так ко мне просто шла, знаете, с таким, ну, у нее на лице было такое, знаете, как вот, как какая-то вот такая грусть, скорбь, как какое-то выражение, знаете, такого, как покаяние, что ли. Я смотрела на эту женщину, она подошла ко мне и говорит, вы кормите деток? Я говорю, да. И она взяла, у нее были в руках деньги, и не маленькие купюры, и не одна, а много.
И вот эти все деньги, там было 5400 гривен, она пожертвовала на наше кормление. Я не знаю эту женщину, но если она будет меня видеть, я ей очень благодарна. Присматривая свою жизнь за 2019 год, что вы можете сказать? О своей жизни? Да. Вы знаете, я думаю, что я прожила ее недаром. Ну, хоть даже если одному человеку поможешь, ты уже недаром прожил жизнь. А я думаю, и так, ну, по плодам, что, ну, мы не только одному человеку помогли, мы, ну, Бог через нас многим людям помог. Думаю, что, и верю, что прожила недаром. Год был очень насыщенный. Нельзя сказать, что он был легким, и нельзя сказать, что он был очень трудным, но год был насыщенным, хорошим, плодотворным. Мы сегодня приезжали там, мы ехали с мужем по делам, через это место, через Гранитную. И дети уже бегут к машине. Пастор Роберт, завтра свято. А он остановился, говорит, какое свято? Говорит, Рождество, Рождество, завтра будет свято. Конечно, детки ждут свято, всего ждут, подарков. Конечно же, это дети. И знаете, у них дождь, не дождь, у них всегда, по-моему, хорошее настроение у детей. Вот так. Всім доброго дня! Я вас радий бачити! І слава Богу, що ми сьогодні зібрались на це місто! Скажіть мені, будь ласка, яке сьогодні свято? Христос! Давайте скажемо, Христос зарождає! Христос зарождає! Славімо Його! Славімо Його! Добренькі! Ми сьогодні зібрались на це місто не просто раді подарку. Я знаю, що кожен із вас, ви чекаєте подарки. Но сьогодні дуже велике свято. І ми тільки що сказали, яке свято? Ану, напомніть мені. Христос зарождає. І скажіть мені, будь ласка, хто такий Христос? Навіщо він родився? Щоб спасти людей від гріхів. Давайте вместе скажем «Отче нам». Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и небе. Хлеб нам насущный, подавай нам на праздник и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое Царство и сила и слава во веки веков. Слава Богу! Слава Богу!